прошла канонизация нашего покровителя Федора Федоровича Ушакова. За эти 15 лет построено более 30 храмов. Храмов, корабельных церквей. Вот сейчас в море находится эсминец Федор Ушаков, адмирал Ушаков. И моряки имеют возможность помолиться в корабельном храме во имя Федора Ушакова. За эти годы создано более 100 памятников, памятных досок. Но самое главное, это то, что в душе для нас это тот маяк, то вершина отношения к делу, отношения к своей профессии, отношения к служению Отечеству. Ну вот об этом хотел спросить как раз, насколько во флоте петербургские моряки, насколько действительно почитают адмирала Ушакова, считают его своим покровителем? Это даже не подлежит обсуждению. Моряки Адмиралтейства, главного командования военно-морского флота, всех четырех флотов Каспийской флотилии, для нас Федор Федорович Ушаков — это не только адмирал, не только моряк, это человек, с которого мы берем пример. Пример отношения к службе, отношения к делу, отношения к любви к Отечеству. Поэтому для нас это знаменательный день, 15-летие канонизации Ушакова. Мы продолжим ту работу, которая достойна его памяти, достойна его работы, достойна тех завещаний, которые он сделал. Спасибо.